право. Как не радоваться тут? Получил права на труд. Занимательные сценки, песни, стишки. Вот так весело и шумно в детском саде «Колокольчик» отмечает утренник, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Каждый из этих детишек еще не до конца понял смысл этого праздника. Пока что они просто радуются детскому утреннику и гадают, что же у них за права. Ходить в садик, кушать, играться, на улицу ходить, спать. Еще кушать, воды пить. Должна всем уступать маленьким. Им я должна пить там, еще там выступать. Всемирный день ребенка отмечается в 130 странах мира. 20 ноября в 1959 году Генассамблеей ООН была принята Декларация прав человека, а еще через 30 лет Конвенция, где в 41 статье излагаются права, которыми обладает каждый ребенок в возрасте до 18 лет. И детский сад «Колокольчик», открывшийся всего 2 месяца назад, старается соблюдать их в полной мере. Здесь уделяют огромное внимание всестороннему развитию детей. С самого раннего возраста мы хотим привить у них знания, умения, чтобы они не терялись, чтобы они были раскованные, чтобы они тянулись к знаниям, чтобы им это было интересно. Все это преподносится в игровой форме, ненавязчиво. То ли это танцы, то ли это музыка, или же английский язык. У нас детки есть, которые уже говорят на английском. Утренник посетил и уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева. Она считает, что подобные мероприятия необходимо проводить для подрастающего поколения. Ведь день ребенка не просто праздник. Это день внимания общественности на проблемы детей во всем мире. Мы во всех дошкольных учреждениях проводим такое мероприятие и доводим до наших маленьких жителей о том, что каждый ребенок имеет право на образование, на учебу, на медицинскую помощь и на все остальное. Естественно, у нас в республике делается очень много для наших детишек, чтобы каждый ребенок развивался, чтобы каждый ребенок получал образование. Известная фраза «Дети – цветы жизни» содержит глубокий смысл, так как они – наше будущее. И задача этого праздника – напомнить каждому взрослому, что даже самый маленький член общества имеет свой голос, который нельзя игнорировать. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.